Сегодня хочу представить вам видео. Это позиция платья. Сейчас данная позиция очень пользуется спросом перед Новым годом. Стоимость за килограмм у них будет 680 рублей. Но здесь будут не только теплые платья, но и полегче. Так, поэтому себестоимость выходит 1 единица 200 рублей. Упаковочка 25 килограмм. Какие здесь будут присутствовать модельки? Такое платье фирмы Dilbert, 40 размер. Очень интересное, насыщенное. Сейчас все спрашивают на корпоративы, на праздники, готовятся. Женщины наряжаются. 40 размер. Красивое платье, чуть ниже колена, с баской. Такое уплотненное. Кружевное платье с замочком спереди. Оно будет чуть ниже колена. Размер L. Очень интересное, яркое, красивое. Такое платьишко размер Together, фирма. Размер L. Здесь у нас бусы, стразы. Все присутствует. Также будут встречаться офисные платьишки. Такое платье фирмы Glass, Италия. Очень красивое, ничего лишнего. Под кожу небольшой замочек, чуть выше колена. Размер M. Такое платьишко можно и в первый мир. Здесь получается у нас подкладки под плечи. Jolly Moyle, 12 размер. Длина чуть ниже колена. Очень красиво будет по силуэту. И под фигуру песочные часы. Очень красиво. Платье с замочком на спинке. Размер 36. Forever. Такое нарядное платье. Фирмы Monsoon, 16 размер. Будет ниже колена и на спинке, то есть на пуговичке, небольшой вырез. Данной позиции можно подобрать как на повседневную, так и на вечер, корпоратив, и на какие-то тематические вечеринки встречаются очень интересные модельки. Такое легкое, трикотажное фирмы H&M, 10 размер. Платье фирмы Monsoon, размер L-ка, но идет на пуговица, легкая. Фирма Twilight, 36 размер, вышитая бусинами. Фирма Villa, размер M. По состоянию эти платьишки экстра, но экстра очень хорошие. То есть каких-то видимых следов износа я не наблюдаю. Модельки все разные. Фирма Privy, размер S. Вот трикотажное зауженное платьишко. Размер 26. Здесь у нас идет вышивка бисером и бусинами. Можно без ожерелья, сразу уже готовое платье нарядное. Платье лапша фирмы Амису, 34 размер, удлиненное. Таун-таун. Здесь получается верх у нас легкий шифоновый с длинным рукавом. Вставки из искусственной кожи с замками, чуть выше колена, размер M. Также здесь встречаются такие летние легкие платья. Фирма New Look, 24 размер. Легкое платьишко фирмы Telly Well, 38 размер. Нежное, красивое, нежно красивый сарафан. Так, Италия. Он идет у нас у хлопок с кружевом. Очень приятный бирюзовый цвет. На моря никто не отмерял поездки. То есть
может, кто-то поедет на зимние каникулы или сейчас, греться на солнце, очень хорошие платьишки может себе подобрать. Так, размер 12, вендрей, хлопковое платье, легкое. Еще один сарафанчик, размер М. Легкое шифоновое платье фирмы Юпер Вест, размер М. И у него идут такие кружевные вставки снизу и наверху. Нарядное, красивое на Новый год. Кстати, на Новый год нужно обязательно иметь вещи желтого цвета. Год желтой собаки. Так, фирмы не видно, но размер М. Плотный корсетик. Здесь вышито бисером и стразами. И лямочка с цветочками. Красивая в пол. Легкое кружевное платье без бретелей. И здесь такая ленточка атласная. Можно побольше размерчик. Ну, в принципе, это на худенькую девочку размера S XS. Трикотажное платье фирмы Хейн, 40-й размер, классическая офис, легкая платьишко фирмы Тейли Вэлли, 36-й размер и с замочком на спине. Легкое платье туника с ласточками, можно здесь есть петельки под пояс, можно как тунику, либо сделать какой-нибудь аксессуар и обыграть данное платье. Так, это у нас платье маленького размера фирмы H&M, 32 размер, с силиконовыми вставками, и здесь есть бретели. О, атласное платье на бретелях. Здесь резинка на спине, но идет прямого фасона и размер. Вот, и разрез, прошу прощения, у нас с левой стороны, но идет в пол. Плотненькое платье фирмы Vera House, 10 размер, замочек на спине. Симпатичное. Черное платье, тоже разрез идет с левой стороны. Размер М. И такой глубокий вырез на спине. Андреа Рената. Здесь у нас получается резиночка по бокам. Немножко стяжка чуть ниже колена. Рукава 3/4. Размер М. Красивый комбинезон. Получается так, размер. Размер не указан, но где-то это М-ка, идет запах, пояс. Выглядит спереди как платье, но на самом деле это брючный комбинезончик. Очень красивый. Платье размер L, ниже колена. Стрейч. Платье туника трикотажное, размер М. Платье футляр, но оно тянется. Немножко стрейч фирмы Джейн Норман, размер S. Вот здесь такой вырез. Очень яркий мешок, смотрю, черноты здесь немного, все хотят на праздники яркость, красоту. В платье здесь будут оголенные плечики. Размер М, чуть выше колена. Платье разлетайка. Легкое платье сарафан фирмы New Look, 14 размер.
H&M, 40 размер, легкая платьишко. Селект, 8 размер, тонкий трикотаж, чуть выше колена. Еще одно трикотажное платье с коротким рукавом. Размер L. Вечернее платье. На одно плечо рукав. Фирмы Розы. Такой интересный, красивый рукав. Коротенькое. Плотное трикотажное платье фирмы Monsoon, размер 14, прямого фасона. Нарядное платье. Так, размер М на бретельках. Легкое трикотажное платье фирмы Topshop, 34 размер. Здесь встречаются также и новые платьишки. Lady Vintage. Такое хлопковое, красивое платьишко. Размер L. Тоже нарядное атласное платье. Здесь у нас на резинке, на спинке резинка. И с поясом. Очень красивый такой сочный цвет, сливовый. Коралловое платье, классическое, фирмы Modern Classics, размер M. Ex Paris, 8 размер, замочек на спине. Легкое шифоновое платье, платье-сарафан, Тед Бейкер, размер М, чуть ниже колена. Фирмы New Look, 12 размер. Тоже, в принципе, очень хорошо подойдет на Новый год. Ярко, легко. Такой сарафанчик белый, размер S. И здесь вышивка присутствует. У нас идет трикотажный в пол сарафан. Размер М. Еще одно нарядное платье. Размер М. И с таким подъюбником, чтобы оно казалось пышнее. Коктейльное платье на бретельках, атласное, и здесь такие воланы из шифона. Размер S, тоже резинка на спине. Теплое платье туника, размер M, по крупной вязке. Еще одно платье в пол. Но у нас идет без бретелей. И велюровая у нас лента на спине. Она немножко тянется. Такой стрейч. Без, получается, вырезов. Такой прямой фасон. Очень красиво, если обыграть с бижутерией. Также данная позиция у нас участвует в пакетном предложении вместе с миксами. Вся информация будет в ссылке под данным видео. Интересное платье, размер L. Получается, идет с борками. Очень хорошо сидит на фигуре, на бретелях. Еще одно коктейльное платье без бретелей. Например, увидела здесь небольшое, видимо, пятно. Думаю,
думаю, что можно убрать, постирать, и замечательное, хорошее цельное платьишко. Еще одно платье без бретелей, с силиконовыми вставками. Размер S. И замочек на спине. Платье размер M. Фирмы Club House. Трикотажное платье. Здесь получается трикотаж наверху, пояс и стрейчевый низ. Хорошенькое. Сарафан. 40-й размер. Платьишко, размер M. Платье под джинс фирмы Telly Well, 40-й размер, с длинным рукавом. Легкое платье, размер M, с такими воланами, чуть выше колена. Размер M. Хлопковое платье фирмы Esprit, 38-й размер. У нас такие завязочки. Классическое, чуть ниже колена. Такое красивое платье фирмы H&M, 42-й размер. И здесь идет два выреза на спинке. Фирма Villa, размер S. Замок на спинке. Трикотажное платье, размер S. И у нас будут и вырезы на плечах. Трикотажное платьишко, размер M, рукав 3/4. Фирма Манго, атласное, красивое платье, здесь идет пояс. Трикотажное платьишко, размер 46, Джанина. Еще одно вечернее полплатье фирмы Six Sense, размер M. Найдет шифон, воздушное. Еще одно платьишко Classic Mid Trends, 36 размера, легкий трикотаж. Теплое вязаное платье туника фирмы H&M, размер XS. Club House, размер S. Обычное черное платьишко. KDK London. Размер L. Boho, размер 10. Syndicate, 36 размер. Чуть ниже колена. Тоже легкое платьишко. Да, фирма H&M, такое легкое джинсовое, легкий джинсовый сарафан с поясом, размер M. Три,
трикотажное платье фирмы Pissy Jace, размер L. Платьишко, я тоже смотрю, здесь были немножко порвано. Такие должны быть дырочки. Видимо, затянулось. Единственное платье фирмы Bogle, классическое, размер L. Это была позиция платья Швейцария. Стоимость за килограмм 680 рублей. Упаковка 25 килограмм. Себестоимость 1 единицы выходит 200 рублей. Спасибо.